Южнее штата Гоа расположен штат Карнатака. И в этом штате, в Индии, есть древний город Гокарна, который многие туристы стремятся посетить. Что такое Гокарна? В переводе на русский это означает «коровье ухо». Когда-то, по легенде, здесь в пещерах богиня воплотилась в корову, и из уха этой коровы появился бог Шива. Сейчас среди множества храмов, которые есть в этом городе, в одном из них есть Шива Лингам. Также в центре города вы можете найти озеро священное, которое, как гласит легенда, обладает особой святостью. Если вы в него окунетесь, то смоются все ваши грехи. Но если вы пойдете по узким улочкам этого города, то увидите обычную индийскую атмосферу. Суета, множество людей, пыль, множество лавочек, кафешек и вот это вечное пибип-пибип автомобилей. Для того, чтобы уйти от этой суеты, вы можете в Гокарне спуститься к морю. И вот здесь у моря будет уже плеск волн, тишина, звезды, песок. И здесь вы можете погрузиться внутрь себя. И, может быть, вам удастся познать истинную природу самого себя. А я продолжаю двигаться по Индии. Январь, месяц 2017 год, штат Карнатака, город Гокарна.